Значит, по поводу Координационного совета оппозиции. Благодаря оппозиции Путин победил в первом туре. То есть они создали вот такую ситуацию, когда Путин не мог не победить именно в первом туре. И сейчас все, чем занимается оппозиция, она формирует повестку дня, которая далека от тех проблем, которыми живет большинство страны. Поэтому мне кажется, что тема и оппозиции, и Координационного совета оппозиции, она сходит на нет, потому что эти темы, которые они предлагают, они не важны, не значимы для жизни страны. То есть это такое вот прикрытие, такой информационный мусор, который не отвечает на вызовы времени.